Друзья, всем привет! Вот дорога на парк Львов-Тайган. А вы знаете, друзья, что когда парк Львов-Тайган открылся, здесь была очень плохая дорога. И Олег Зубков сам на свои деньги заказал у местного райавтодора, чтобы они сделали дорогу. Ну а когда попадаешь в парк, здесь уже вот плиточка новенькая. Все, как говорится, на высшем уровне, есть где прогуляться, и прекрасные здесь такие газоны, много зелени, по которым расхаживают спокойненько курочки, павлины, ну и, конечно, енотики. Енотики – это вообще отдельная тема в Тайгане, там целая есть аллея енотов, где все желающие могут с ними пообщаться, прикоснуться к енотикам, потрогать их за лапку. Кстати, лапка енотика – это отдельная тема. Они очень максимум информации получают от прикосновения. И вот наш благородный белый лев, который тоже у него выгодное расположение. Часто ему перепадают гостинцы от посетителей. Вот кабачок растет, как на дрожжах, крепыш такой. А вот эта вот овечка ходит спокойненько по парку, все ей любуются. Ну и, конечно, самые горластые ребята, попугаи Ара. Вот они целуются, попугаи-любители, кстати, этого дела. Целование для них — это целый такой ритуал. Ну и не меньше они любят получать угощения. Что ж, друзья, всем мира и добра!